Всех приветствую на моем канале. Сегодня я вам расскажу о такой программе, как VPNGate. Это бесплатный VPN-сервис, без ограничений трафика, без регистрации и без ограничения по скорости. Скачивайте архив, он будет ссылочка в описании. Далее разархивируйте его на рабочий стол. Далее запускаете exe-шный файл. Установка несложная, нажимаем «Далее», здесь выбираем «Soft Ever VPN клиент», именно клиентом нажимаем «Далее», здесь соглашаемся, здесь нажимаем «Далее», здесь указываем путь, куда будем устанавливать «Далее» и устанавливаем саму программку. Я же этого не буду, у меня уже программа установленная. Запускаем саму программку, вот такое окошечко у нас появляется. Перед тем, как запустить, я проверю мой IP. Чтобы вам показать, какой у меня сейчас в данный момент IP. Мой IP — Россия, Краснодар, МТС, Россия, мой провайдер. И раздача идет с телефона. Также у нас торрент. Загрузка идет 13-14 килобайт, то есть провайдер ограничивает загрузку. Здесь выбираем VPN Gate Public VPN Delay Servers. Обновляем страничку. Находим подходящий, допустим, это будет United States. Выбираем use the TCP протокол. Если российские здесь сервера, поищите для себя, какой вам удобнее. Задержка будет меньше на российских серверах. Все, успешное подключение. Открываем сайт, проверяем IP. Так, этот у нас, по-моему, скорости не дает. Давайте найдем какой-нибудь другой. Ну, давайте, к примеру, вот этот. Обновляем. Рандом еще не начал включать. В общем, здесь нужно повыбирать. Какие-то сервера дают маленькую скорость, какие-то побольше. Давайте подождем. Вот IP поменялся. Значит, откуда вы? Япония. Ваш провайдер, группа какая-то. Группа, простите. Так, IP поменялся. Ну и торрент, соответственно, должен поднять скорость. Ну, так как у нас он не выдает, давайте подключимся к российскому серверу. Есть здесь Россия. Так, давайте вот к этому. Прямо наш вообще скорость. Теперь Россия, Новокузнецк, зову РТТК. Так, и что у нас с торрентом? Сразу скорость поднялась. 100 килобайт. И достаточно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что непонятно, отвечу всем. А также могу еще сделать ролик по программе по подмене DNS-серверов, если ваш провайдер все равно блокирует загрузку через торренты или открытие каких-то сайтов.